Цена только сегодня. Каждый день мы представляем вам один товар по исключительно низкой цене. Действительный только одни сутки. Удачных вам покупок! Ну а сейчас на ваших экранах громкая премьера на телеканале Shop & Show. Это костюм Луиза. Насколько же он комфортный? Это первое, что бросается в глаза, когда ты берешь. Первое, что ты ощущаешь, когда ты к нему прикасаешься. Конечно, он мягкий, комфортный, невероятно такой вот приятный на ощупь. Это у нас бренд Натали. Причем, знаешь, я хочу тебе сказать, что это один из самых таких вот качественных брендов именно Ивановской мануфактуры. Невероятно большая фабрика, где стоит полностью обновленное оборудование, а значит, мы с вами получаем любые изделия от бренда Натали качество стандарта. Здесь у нас с вами готовый ансамбль, это костюм. Я всегда говорю своим модницам, выбирайте сразу готовый ансамбль, не надо думать и задумываться, что с чем сочетать. Всегда будет работать только на вашу стройность, благодаря правильным контрастным вставкам, ну и к тому же это единое цельное решение, а значит, мы еще и будем стройными. Ну а благодаря тому, что здесь натуральный хлопок, 70% хлопка, такой костюм позволит дышать нашему телу. И важно, что в хлопок добавлен еще и эластан, а значит, костюм полностью готов к физическим нагрузкам. Вы можете заниматься спортом, гулять, развлекаться в таком костюме, ну и потом всегда выглядеть стройными и подтянутыми. Вот сейчас, когда наступит первый оттепель, когда начнут пробиваться травка, мы с вами поедем на природу, мы с вами просто пойдем в парк, мы будем наслаждаться этой погодой, и, конечно же, это приятно сделать в костюме Луиза. Это премьера на телеканале Shop & Show. У нас два цвета на выбор, синий и ментол. Посмотрите, какие они яркие, посмотрите, какие насыщенные цвета. Это удивительная, на самом деле, цена для такого уровня костюма и, конечно же, для премьеры. Скажи мне, пожалуйста, Свет, у нас размеры 48 по 62, как мы будем выбирать размер? Смотри, раз говорим про костюм, выбираем по большему размеру. Если более пышный бюст, берите по размеру груди, посадка куртка. Ну а если у вас, например, более пышные бедра, как у тебя, Марин, да, то есть объемный низ, выбираем с вами по размеру брюк. Но я, знаешь, сразу, Марин, хочу тебе вот сделать сразу такой вот, да, момент показать. У нас здесь с вами не простой хлопок, как мы привыкли, это футерное плетение, то есть плотненькое плетение, и такой костюм мы с вами можем носить всесезонно. Мне очень нравится, что это износостойкий материал. Вот это вот сразу надо увидеть и понять, что в таком костюме вы будете всегда выглядеть великолепно, он никогда не будет вытягиваться. И, конечно же, мне очень нравится, что этот костюм еще такой плотненький, он держит форму. Это очень здорово. Я бы хотела посмотреть, как этот костюм будет вести себя в носке, вот, чтобы не вытягивались колени, чтобы не деформировалось. Вот расскажи о нем. А мы сейчас с тобой сделаем два момента. Во-первых, я буду разговаривать, а Аню попрошу присесть. Аня, присядь в кресло, на диван, куда тебе удобно. Посмотрим, как будет вести себя костюм. А вот сейчас, посмотрите, вот в таком образе мы можем спокойно выйти на улицу. Согласитесь, в парк, на прогулку, на пробежку. Возможно, вы встречаетесь с друзьями, либо поехали на дачу. А возможно, у вас впереди майские шашлыки. В чем вы поедете? Ну, неужели в старых каких-то порванных джинсах? Зачем? Вы только посмотрите, роскошный костюм вместе с футболкой. Инна, у вас уже готовый ансамбль. Здесь у нас с вами прекрасная и подстройка по нашей с вами фигуре. И важно, что сверху у нас вот этот вариант куртки-бомбера служит как самостоятельный элемент гардероба. Ну а теперь давайте посмотрим, попросим нашу Аню встать обратно и обратите внимание на форму брюк. Никаких вытянутых коленей. Анечка, повернись спинкой. Посмотрите, идеальная посадка по ягодицам. Вы можете спокойно заниматься спортом, активным отдыхом, потому что в хлопок добавлен эластан. Размеры 48 по 62. И, кстати, цена не увеличивается с возрастанием размера. Это очень важно, потому что в магазинах обычно цена растет. И вот спорт хорошо, а пикники хорошо. Но ведь сейчас многие уже задумываются об отпуске, Свет. А вот в дорогу в таком костюме, вот как ты думаешь, это удачное решение? Ты знаешь, здесь даже думать не стоит. Надо брать и ехать. И вот я тебе могу сказать, вот ты рассказывала, как ты путешествовала.
ездила 5 дней в поезде, да, вы ехали с семьей? Да, это было давно, в советское время, и мы ехали, и поезд Новокузнецк-Симферополь шел ровно 5 дней. Так вот, в таком костюме ты сможешь путешествовать Москва-Владивосток целую неделю. Не дай бог, и такого костюма абсолютно ничего не будет. А все благодаря тому, что здесь первоклассный хлопок. Обратите внимание именно на внутреннюю часть. Здесь у нас с вами не простое плетение, как мы с вами привыкли, кулирочное, тонкое, легкое. Здесь плотное футерное плетение. А это значит, что с обратной стороны плетения трикотажа у нас появляются как бы соты. И они дают бархатистое ощущение, но при этом между сотами сохраняется воздух. Тело дышит, вам никогда не будет ни холодно, ни жарко, то есть здесь у нас с вами полностью соответствует воздухообмен. Если бы мы могли посмотреть поближе на эти соты, вы бы увидели очень мягкое, очень нежное, комфортное полотно. Именно футерное плетение используется в спортивных костюмах премиум-класса. И именно в таком костюме вы будете чувствовать себя комфортно. Ну, а благодаря тому, что здесь есть эластан, посмотрите, костюм тянется, прекрасно подстроится по вашей фигуре. Да, не, вот Марина уже а здесь. Аудита, дом, милый дом, вы видите, какая прелесть. Вот этот костюм, только представьте, как комфортно вы будете себя чувствовать в этом костюме. Только представьте, вот эта нежная, бархатистая ткань обнимает ваше тело и при этом дарит вам комфорт, потому что в хлопковом материале мы с вами не потеем, нам не жарко, нам всегда комфортно. Обязательно футболку Инна добавьте в свою корзину. Доставка фиксированная 199 рублей. И опять же хочется вернуться к нашему главному вопросу, Света. Это стройность. Не каждая из нас, в том числе я, и вы уже успели привести свою фигуру в норму к лету. Как костюмчик сядет на нашу фигуру, не будет ли он нам добавлять объема? Но давай сразу посмотрим. Во-первых, у нас здесь с вами костюм с высокой зоной по горловине, то есть ворот-стоечка. Мы всегда можем вытянуть силуэт благодаря тому, что застегнем полностью горловину. Далее мы всегда можем расстегнуть. Анечка, подержи, пожалуйста, футболку, я тебе принесла. Посмотрите, здесь у нас с вами еще и вот эти контрастные вставки, причем рукав реглан. А значит, мы подбираем плечико, у нас грудь становится очень аккуратной. Здесь у нас с вами, посмотрите, свобода скрывает животик, манжета по низу мы можем подвернуть, как это сделала Аня, и сделать напуск на животе, скрыть животик, либо наоборот вывернуть и подстроить по бедрам. Далее однотонный низ, очень брючки комфортные, прилегающие, позволяют вытянуть силуэт. Ну а если вы добавите футболку Инна и расстегнете молнию, у вас получится как единая вертикаль, которая вытянет ваш силуэт.